Последние новости о ходе военной операции в Сирии. Российская авиация уничтожила более 60 террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Это там, где накануне боевики группировки «Исламское государство» провели акцию устрашения, казнив почти 300 мирных граждан. И вот, как сегодня сообщили на брифинге в нашей Минобороны, бомбардировщик Су-34 нанес удары по опорным пунктам ИГИЛ. Одновременно в других провинциях точными ударами ликвидированы принадлежавшие боевикам склады с оружием, нефтехранилища, а также колонна 23 цистерны, которые направлялись в сторону Турции. Информацию о целях наши военные получили в том числе от сирийской оппозиции. Несколько дней назад от одного из отрядов патриотической оппозиции поступили сведения о местоположении центра полевого лагеря боевиков ИГИЛ в районе населенного пункта Кисин провинции Хомс. После проведения доразведки этого района беспилотными средствами и дополнительной проверки сведений через информационный центр в Багдаде на указанную цель был наведен штурмовик Су-25, который уничтожил полностью полевой лагерь боевиков.